Всем здорова, друзья, Рикардо Побритый на связи, да. Решил я побриться раз в год, так сказать, посмотреть на свое смешное лицо. А мы тем временем продолжаем проходить South Park The Stick of Truth. Я только что заново проходил, дрался, потому что что-то не сохранилось, я не знаю почему. Вот, ты разблокировал первый флажок, быстрое перемещение. Физики как можно быстрее, ага. Ага, вот это вот быстрое перемещение. Понятно. Новое письмо Такену. Так, а что это за горшочек? Бейсбольная карточка. Ну давайте заберем все. Пока место у нас есть. Давайте посмотрим, можем мы. Может мы. У нас, по-моему, уровень 2, да. О. Теперь мы можем взять вот это за 5 баксов. Предлагаю вот это вот и брать. Купить. Отлично. А мы можем продать, выкупить, продать. Ага. Давайте продадим какашку, блядь. Так, продать нам это не нужно. Ну все. Давайте снаряжение еще посмотрим. О, шлем какая-то. Вот это вы тоже взяли. Отлично, 2 доллара. Все, пока что подождем. Новый изобраз добавлен. Отлично. Так, а как там у нас, по-моему, на... О, да? Ну, может быть, чувак, у тебя есть все платные плюшки. Вот, отстой. У меня моя сраная... Кто знает, ОМОН разрешает кишать только одну плюшку. Какую плюшку, блядь? Инвентарь. Вот, нам нужно... взять с собой. О, вот это, блядь, сабля серьезная. И вот. О, эликсир. Берем с собой. Отлично, вот. Так. А на джашечку я не помню, что у нас. А, на джашечку сразу задание. Развил лучших. Завербуй Токена, Крейга и Твика в армию Картмана. Томми Экспресс. Ага, это мы получим Тони. Это Томми Экспресс. Окей, погнали. Приятель разблокирован. Баттерс. Здесь можно лупить. Прикольно, здесь можно лупить, посмотри. Ты только что перешел на уровень, теперь у тебя есть очко, которое можно... Нажми то, чтобы выиграть на своим способом. О! Интересно. Нажал. А, нет, ну тогда. А, да, вот смотрите. Вы видите способность на развитие, которое ты хочешь потратить очко. Так, ну, в чем разница? Сбей врага, нанеси удар, бей ты разум, если прямо по медалью. Ага. Вот это появится, полагаю, свет многие споры. Вот это мы возьмем. Быстрый удар по яйцам. Отлично. Так, погнали. Нам нужно найти других дурачков. Кстати, мы можем? Нет, это мы, кстати, видите, не можем. Придет задание, требующее визита в город. Нажми, чтобы открыть карту мира. И это М. Там из-за меня желтая стрелка. Сказать на знаки обжать здание. Ага. Наводи их на то, что видим. Туда, ага, вот курсорчик, выбираем. Окей, нам сюда нужно. Я понял. О, нам нужно нормально так обойти. Так, это один восклицательный, второй. Окей. Угу. О, смотрите, дорога железная. Где еще восклицательный знак? О, вот. Наверное, мы сюда сначала отправимся. Наверное, мы сейчас отправимся туда. На, нахрен. Вот так вот, чтоб свет. Ооо. Слушай. Ключи от гаража Картмана. Еще и бакс. Ключи от гаража Картмана — это хорошо, потому что мы сейчас... Ооо. Первые красивые. Ну понятно, понятно. Ша. А, чё у меня? Доспехи бойца. И чё это? Ты хочешь попасть, что это супер красивый? Нажми кнопку красителей. Я кнопку мыши, чтобы открыть мне красители.
А где, кстати, красители? Что-то не могу понять приколы в красителях. О! Борода злобного Картмана. Ха! Борода волшебника. Кстати, давайте такой бородкой походим. Так, а чё покрасить-то, блин? Ну, ничего у нас нету. Изменить. Ладно, пока что пофиг. Пусть будет так вот. Кстати, крысы, блядь. Они меня лупашат, нахуй. Я сейчас вас, сука, залупашу. Чё это за Титаник, блядь? Кстати, они меня нормально грызут, ладно. Так, а что-то здесь еще есть? Здесь куча предметов каких-то. А, это все, да? Посмотрите, здесь еще можно, можно ходить и, так сказать, что-то обыскивать. Если не хочешь играть, держи левый shift. О! О, здорово, лох. А ну-ка. Новый друг, окей. Клайд, иди в жопу, ну и чё, всё в игре погодить не появился, ты не заплачь, клянусь. Слушай, иди нахрен. Командир, я такой правда плодин, не будет просить, что мне делать. Друзья, три уже друга. Инвентарь, способности, так, ну пока что карта, фотки, группа. Ага, это разные персонажи. Ладно, честно, сердце не будет. Это святая сила позволит сжать как... Когда Блодин выгодит, же помощь будет альтер... эго, профессор Хаус. А, это его способность. Я понял. Окей, погнали. Из оружия дальнего боя? Я пукаю. Хорошо. А как выбрать оружие дальнего боя, например, сейчас? Вот, смотрите, он мерцает. Так... Как мне выбрать лук, пацаны? Фу, я ж услышал сюда вонь. Блин, а как стрелять с оружия дальнего боя? И чё? О! Стрельба. Ну, честно.